Чтобы добраться до прокладки, необходимо снять дроссельный узел в сборе с регулятором холостого хода и датчиком положения дроссельной заслонки. Проверяем состояние прокладки. На ней не должно быть замятин, трещин и разрывов. В данном случае я вижу, что бортики у меня замяты. Вот здесь вот по низу. Чтобы прокладку вынуть, необходимо потянуть за вот этот вот язычок. Изымаем прокладку. Здесь все каналы прочищаем. Можем той же самой жидкостью для чистки карбюраторов. Устанавливаем новую прокладку. Состояние прокладки, когда у нас все бортики одинаково по высоте выступают, нету никаких замятин, и что в дальнейшем предотвратит подсос воздуха. Вот артикул самой прокладки. Устанавливаем дроссельный узел в обратной последовательности.